играем адыгский фолк, этническую музыку. Мы используем все этнические инструменты. Единственный такой барокко-инструмент у нас виолончель. И все, все остальное... А, и гитара еще. Все остальное такое более, скажем так, национальное. Играем фолк-музыку традиционную, немного переделанную под современную. В некоторых случаях. А так стараемся... Стараемся и сохранить оригинал, и привнести что-то новое. Комбинируем. Инструмент у меня в руках — это шитьёпшина. Двуструнный вариант, самый первый, который вышел, с конским волосом. Название происходит от слов «шитьё» и «пшина». «Шитьё» — это конский волос, а «пшина» — это гармоника, звучание и что-то подобное. Тулья такой расстановки никогда еще, то есть не видели. Такая расстановка самая идеальная для потребления, так сказать, такой музыки. Поближе садятся самые активные участники, которые знают материал, который будет сегодня исполняться, которые умеют, знают подпевать, не стесняются. И дальше уже эти волны расходятся в разные стороны и окутывают всех. Таким образом, нету границ между выступающими и слушателями. Нет вообще такого разделения. Все становятся участниками этого процесса. Это акт совместного творчества. Ой, да, ой, да, ой, да, ой, да.